В Якутске по улице Каландрашвили открыли двухуровневый гараж. Паркинг вмещает 17 гаражей с автоматическими воротами, дистанционным управлением, централизованным отоплением и системой видеонаблюдения. Объект призван решить проблему перегруженности территории железными гаражами. Подобные автостоянки успешно работают во многих зарубежных странах. За этим двухэтажным гаражом последуют и другие, еще выше, и трех, и четырехэтажные. Так, в городе пора этим строить. И в ближайшее время у нас наша городская программа по строительству многоуровневых парковок, многоуровневых гаражей с выделением земельных участков под этот вопрос, она уже практически будет утверждена. Я уверен, что уже в этом году, в следующем году ряд наших застройщиков реально начнут заниматься именно вопросами строительства многоуровневых паркингов.